Всем моим зрителям огромный-огромный привет. Я сейчас хожу по городу по делам. Мне нужно кое-что купить. В общем, пока ходила, немножко устала и решила вот подойти к воде и немножко отдохнуть. Чего я иду по магазину? У меня развалились шлепки. Хочу купить себе новые шлепанцы. Вот. Ну не знаю, может, какой конец августа. Посмотрю сейчас, что есть. Нам нужны самые простые шлепанцы. Дорогие. Представляете, как я ломилась по подошву. А сейчас такой ветер. Не знаю, вам вообще меня будет слышно или нет. Вот, смотрите, уточки плавают. Сейчас попробую вам показать чайку. Смотрите, они здесь плавают, но очень далеко. Сейчас попробуем приблизить. Может быть, удастся снять чаек. Ну вот, не знаю, мне во всяком случае на экране видно. А как будет видно вам или нет, вот не знаю. Ну, по-моему, это чайки. Их там плавает очень много. Они очень и очень далеко. Всем огромный привет! Я сейчас на даче. У нас прошел дождь. Смотрите, как красиво смотрятся яблоки с каплями дождя.
Красота. Яблоки становятся крупнее и крупнее, они краснеют. Вообще красота, красотища. Смотрите, как красиво цветут астры. Смотрите, видите, как они начинают расцветать. У них лепесточки как-то сложены по кругу. Видите? А потом они начинают распрямляться. Смотрите, а вот эта вот астра начинает расцветать. Видите, у нее бутончик, лепесточки растут ровно. Вот видите, начинает она расцветать, и лепесточки сложены не по кругу, а ровненько растут. Астры мы посадили разные. Здесь вот такие вот, видите, лепесточки, как иголочками. Видите? А есть астры. Видите, вот такие вот. Уже потолще. Вот сейчас попробую снять две астры. И видите, они разные. У одной лепесточки такие, как иголочки, а у второй уже более такие толстенькие.